Галона, идите, одевайте шмот. И чарти, и сейчас отойдем на минут 10. Галона, все, понял, блядь. Идите, нормально шмот одевайте, камни вставляйте, чарти. Я выбил только пуху, блядь, за сегодня. Ты все шаман забрал? И грудак, и грудак? По два грудака забрал? Все упал, забрал. А, все, пал забрал. Ну-ка, паладин, поделись с грудаком. Там два грудака падало. А у меня грудак 226. А, ну все, ладно. Бля, серьезно, 30 АД не хватило, как я так считал-то. ПТГ сходи, блядь. Пошли Игнице еще ебанем. Пойдем, не, кошатницы ебанем. Пойдемте кошатницу, забейте. Ебать, ты вообще задрачиваешь, нахуй. Ты что, слабый? Я силен нахуй, как никогда. Ну вот, все. Завтра вот этот шопарка нахер называется. Сейчас при сумме, урога, если ты там пишешь сумму, то я не понимаю. Беги, прыгайте в обвалившийся, сейчас при сумме. Блять, человеку на Т9 не хватило. Ничего поделать. А ты сколько кусков возьмешь? 4. На Элима? Да. А, и что там за охуенный бонус, да, какой-то? Да не особо, я бы, честно говоря, 2-4 взял бы. Ну просто я не думаю, что в скором времени выпью 2-4. Я понимаю, что все бы Т4 взяли, ну да. У меня на ДК один только кусок башка есть. Парни, я одену Т4, если залутал бы плечи, но хуй ебать. Давай, ты тоже Т4 носишь? Порожок ставь. Порожок ставь. Что? Ставь мебель, блядь. Мебель, нахуй. Ставлю мебель. Ну, давай, эйфорина не хватило, да, сумоним. Розу сумоним. Арстуля здесь, зумер отошел. Ну ладно, без зумера убьем, я спекнусь танк. У него что получается? Мне башка нужна на этот Т4 на хила. И буду 2-4 захиливать. Как хер знает что. Так, давайте, сейчас спекнусь танк, и все равно на следующего босса в танках. Это нужно кому-нибудь? Что-то у меня в сумке валяется, не знаю, я вроде не ролил это. Чё они там, отошли рога с палом? Не знаю, ДК отошёл. Он хуярит на иностранном. Иностранный хуярит, заебёшь, поменяй язык. Я так понимаю, он говорит, что ему нужно эти плечи. Я не знаю, мы его присумонили, типа мы нажимали сум на тебя. Арсуля тоже, да, отошел? Ничего страшного, сейчас она подходит. Заходите за угол, вот этот за угол заходите. Я ее суманул, через зверочек на поле. Сумонь йога сюда, ебать, заебашь его тут, нахуй. Я гулял с удовольствием, там, блядь, йога такая тринка падает. Прикинь, йога так. Такого большого, восьминога присутствует. Тотем трепета поставил, да? Да. Через веерочек напулишь, дурочек вот этих на кошачках убиваем. Его не отворачиваю, да, ну похуй, я мог бы отвернуть, кстати. Че, Геру? Давай Геру, похуй. Сейчас пока люди пойдут покурят, пойдут шмот себе зачарят. Все, по идее, чики-пуки для будет. Ну, по идее, должны выпить уголовно, ну, по идее, типа, состав нормальный, сейчас хилов приодели немного. Так, это я должен кикать, кажется. Этого кошака не бьем, который выйдет. Бьем босса просто, по идее, нас не порежут. Я ему сейчас дам встанчик, где он тут нахуй. Как обычно, блядь, чел встанет, прыгает, хуебан. А, я не дал ему стандарт. Ого, блядь, ты меня, мразь, ебаная, на коте. Ну, Арсуль, нам тут немного не хватило просто этого ОД нашему шамену.
на 4 куска. Пришлось вернуться. Как сказал нашему шоумену? Так, давайте, уходим, вы, бля, заклеивали этого кота. Уходите оттуда. Не, ну по идее резисты у нас есть, типа один от приста, другой от паладинчика, а по идее если заебись будет. Поехали. Давайте, лутайте шмот и летите делать свои дела. Пойдемте, откроем Алгалона и отойдем на минут 5-7. Пока там люди зачарятся, сделают все, что им надо. Фласки прикупите там. Ну, плечи ничего так смотрятся, но ты их не оденешь просто. Так, ключ-то у вас есть, сами откройте, да? Да, у меня есть ключ. И у этого есть ключ, у Вайда. Все заебись. Надо в 25-ке уже делать. Ну, в 25-ке ты уже полутал ключ, кажется. Товарищи Локи, а ТП можно, да, на круге, если что, использовать? На каком круге? Ну, где Алгалон. Не, вот там надо было забирать еще, мы его просто так, что ли, в прошлый раз убили? Я под него не провалюсь, под круг этот сраный. Да кого вы убили? Это про что? Мы идем на Алгалон. Я про 25-ку говорю, у меня там на священный планетарий только квест. А, ну, вот, типа, ну, когда начнем убивать, сделаешь. У нас, кажется, у Хау есть, типа, ключ, нужно просто Мимирон убить. Нет. Если посередине босса поставить, нет, но на вот этом мосту он нарисованный, типа он пропадает во время боя, там люди проваливаются. Не, Антох, прям на самом центре, где вот, ну, если этот портал поставлю, нихуя? Не, все нормально будет. Так, если что, Славик, поводишь, где мы какую это не будем мы закрывать. Так, попытайся подводить босс этой. Угу. Ну, ассиста дашь, сейчас я буду метку на звезду. Да, я тебя хочу. А, я не могу ассиста дать там, у Ефарина. Что так, давайте, отходим пока. Ставь здесь шкаф пока. Точнее, не ставь. Ладно. Похуй. Давайте, перерыв. Как он там? ДБМ. На 2 минуты шкаф откатится, похуй. Брейк 4, похуй. Я тут раз был и то танчить. А ты не будешь танчить, Арстуля, а ты будешь ДДшить у нас. Так то не парься. Так, сейчас все макросы менять, ишкин кот. Понимаю, блин, выберите значок, тут вроде как поисковик можно забивать, что не забиваешь, она не видит.
Я бы тоже тринил бы взял бы на Фурика. И не волновался бы. Чё на Строга и этот Лихопал вышли? Переоделись и ливнули. Да? Я на мага свой зашел, у меня здесь Юва, чарки. Ну давай, давай. Вон, если что, тоже Рогу зачарь. Я тоже зашел на чары скинуть сокеты. А чё, это... Шаман, ты не будешь меч там чарить? Сейчас. Давай, шаман, иди меч чарь, грудак чарь, надеюсь, характеристикам. А, чё, у тебя перчатки хоста зачарены? Арт, ты можешь вытащить припоты из банка? Достанешь на крит СПД или какой там был? Да, СПД крит. Молот, либо чей-то за трансмог нахуй. Красная шапочка, ебать. Да не, молодой. Ну хоть не красный богатырь. Блять, ну у кого что в голове, нахуй, Андрюха? Я вот думаю, может мне Холи Палу фамильную надеть вместо си... Мы на Алгалоне стоим, Денчик. Мы забили уже это. Мы забили дуру, нам хватает, что нам нужно. Так, будет спирит. Моня будет спиритом. Денчик, ты что, армор? Это что, не хватает этого? Защиты, что ли? Не, я твой прошлый не видел. И слава богу. Так, Тифарину сумоню. Не надо показывать мне ничего, спасибо. Блин, вот шмотки поменял. И крит уменьшился. Крит уменьшился, так. Печалька. А, спасибо, все, я заряжен. А что, у тебя парнинги нет, что ли? Не. Так, что я вообще тут? Я алхимку, шкурку... А, вру. Юву, шкурку, инженерку и кузнечку брал. Ладно. Чека, не, спасибо, блядь. Сейчас я уже блевать хочу. Так. Кто готов, тот плюсик уже ставят. Ставит. У нас, по идее, тут все были, кажется. Двадцать две секунды. Да, это офигенно. А то бесит, будем постоянно его перекидывать, это ужас. Кстати, в Т9 шаманы так нихуёво и бурят на самом деле тогда. Так, Рога, видимо, тоже готов, да? Ну, сейчас посмотрим, сколько я буду бить. В Т9? Да. Ну там типа шок должен критовать. Шок через выброс славы играется там. Так да, это тоже играется. Еще раз суманить. Нет, просто шок бал, критовать, не принимается. Нет, когда 2Т4, 2Т9, там на выброс славы можно вообще хуй забить. Т10. Нет. Ну в смысле нет, блядь. Нахуй она не нужна. В прямом. А ладно, блин. Уже все. Чё нахуй? Молнию ж порезали, блин, и... Ну да, молнию часто порезали. И теперь уже тоже через шоки выброс славы. Так люди сейчас нахуй в силу заклинаний стали забиваться, и шаманы один хуй ДПСят нахуй. Хуй нет. Просто раньше молния давала прок, молния, хую тучу могло вылететь, типа, блядь. Сейчас такого хути нету, стали в силу заклинаний хуярить.
Там есть у кого энчант с, это, с грудью? Вот здесь характеристика. Смотри, даже Валериан шмот, нахуй. Поймешь, почему. Ну, я на X2 играю, блин, у меня есть тоже шаман. У меня тоже есть шаман на X2. И? Ну, ничего, был у меня этот Т10, Т2. Ой, Т2. Т10, Т4. Ну. Два то. Но. Ну, пока не урезали этот прок молнии, блин, офигенно было. Все через молнии играл. Выброс лавы шок вообще не использовался. Вот, я знаю, я тебе о чем и говорю. Ну, а когда уже урезали молнию, то ДПС, блин, там уменьшился на 3-4К, блядь. Ну. Абсолютно правильно. Ну, и смысл только через одну молнию теперь играть. Ну, блядь, хуй знает. Проще, блин, в 4-4 влупиться, блин, нормально будет. Ну, наверное, я не знаю, Андрюх. Ну, типа, блядь, я не тестировал же. 4 еще и нету, и только 2 куска. Не, я вообще говорю, типа. Шаман, все. Я ж с тобой не спорю, ничего за это, как бы. Ну. Нет, раз я за шаман играл, потом и этот. Так я ж тоже играл. У меня второй чар был шаман, нахуй. Потом выпился в Т5 и не парился. Что там у ДД Тасика? Стоишь без босса, в лужу не заходишь, когда тебе сказали, зашел в лужу. Что, ассиста дали? Когда тебе сказали ЭМА нажать на тьму, нажимаешь ЭМА. Когда сказали Хэпалу нажать Сокру, нажимаешь Сокру. Так, чё, кто там просил ассиста? Войду. Чё, Войду? Какой финчант с грудью, здесь характеристика? Арстайл, с этой хуйни надо выбегать, кара небесная еще. Она шопает. Кара небесная, да, нужно выбегать. Под тобой появляется такая лужа красная, небольшая, ну, твой чар где-то. Выбегаешь на 8 метров и все, чтобы тебя не подкинуло. Рога, ты чё там? Давайте, кушаем. Блядь, я пирожки принёс, Антох, подожди. Так, давайте лапу я вам ебеню. Скелетика превращаюсь, КП ебашу. Обновляй стамин всем, каски обновляйте. Антон, первый потанчишь? Не-не, давай ты первый. Я хочу портал забегать. Окей. Типа первый начинаешь, я второй забираю там. И перед порталом заберешь меня. Да, ДК, кстати, лучше держаться. Нахуй зеленку прожал и похуй. Когда они в портале все. Типа я позабегаю в портал, это... Столовка. Ты будешь просто здесь. Вот это, звездочки будут вешаться на звезды, которые я бью. Чисто порчу кинул и дальше бей. Все, понял, что ты. Чисто порчу кинул. Так, получается, Войд будет бить этот... Звезды, да? И Фарина будет бить боссы. Да, но там в активную звезду, на которую метку ставлю, типа, ну, тычку из ротации иногда полезно выдергивать, чтобы быстрее убить. Берете, бросаете порчу, жоошку там, что хотите, кидаете. Да, чисто тычку какую-то выдергиваете. Так, давайте, пейте эти, хилы пейте сапроты. А ДДшники пейте ДД фласки, потому что дэмэдж нужен. Мы пойдем и проходим. Давайте, я сейчас дам ДБМ. Бля, дайте сапрот, что-то я забыл. Первый раз припоты не пьют он на это. Да, первые припоты не пьем, но во время пула пейте припоты под геро. Так, кому там сапрот надо? Ну, хилу. Хилу, иди сюда. И мне бы, блядь, босса не загрузить. Ну, почему я ачивки нахуй не вижу? Так, давай, сапрот. Лужи, смотрите под себя, включите таргеты, чтобы видеть как рядом с собой ходящие звезды. 10 миллионов нужно убить за 6 минут. Типа будет две переходки, можно сказать, так называемые. Давайте ДБМ пул даю вам. Ой, блядь, где он тут? ДК? Первый танчит ДК, да. Репоты пьем, не? Нет. Во время, ну, когда активируется босс, будет гера и пьете фрипоты. Все, понял, как скажете, босс. Я устал, босс. Давайте, начнется веселье, нахуй.
Давайте будем лучше, чем второй статик, с первого раза его убьем. Полетели. Гера. Так, взрыв сейчас будет. Анонси взрывы. Сейчас взрыв будет. Хиливайте, прохиливайте. Так, забрал у тебя. Хилов, главное, снимаете. Так, да. Хитифрина. Стреляют подо мной портал. Я расстреляю. Стреляли, вот именно. Портал, да, прыгнем. Давайте с кайфом. Все, лучше лечь сразу, БРФ нету. Да, да, да. Это, сейчас будет кара. Сбегите в миле. Стоп, стоп, хил. Сбегитесь как раз на метку. Все, водите. Разбегись. Все. Ну, спиной развернись. Че у вас? Че вы упали? Меня расстреляли. Просто я тупо не успел сюда. Это, Славик, можешь анонсить, когда ты взрываешь, чтобы у нас два лока, чтобы наживали этот. Там, хуйню. Короче, после того, как взорвали, эйфорину не хилили секунд 10, что-то. Угу, мне пришлось самого себя хилить. Поэтому надо самому... далеко, он от меня стоял, я до меня не доставал. Да, да, поэтому надо самому себя хилить сразу, помогать хилам, потому что, ну, типа, хпа, лыршам, я не знаю, не очень одеты супер, чтобы это вдвоем вывозить. Так, давай, короче, поменяем. Ты хит как бы даешь. Вот это самое прикольное. Ты еще сверки бьешь. Давай, эйфорень, ты будешь бить. Сфера. Да за что? Да, да, ты будешь бить, потому что у нас свой дает хит всем. А мы по боссу промахиваться не должны, это минус ДПС. Ты побьешь у нас сверки. Будешь анонсить, когда будешь их убивать. И, ну, скинь ему макрос, что ли, там на кнопку какую-нибудь, чтобы тоже спамил со звездочкой. Жди, скинул. Когда будешь разбивать, говоришь, типа, разбиваю там, и чтобы заслон жали локи. А то локи просаживаются, что-то. Так не должно быть. Ставьте рыбу. Поставьте камни кто-нибудь. Давайте, бегите. Денчик, ты чё встал? Давай еще на танков ебанем, чтобы было видно, какой танк куда заводит эти созвездия, чтобы он сказал нам, какую заходить звезду. А. Так, зумар, ты че? Дэнчик, бля, проснись, пожалуйста, давай быстрее убьем. Сука, Дэнчик, блядь. Ты на полпути бежал, блядь, обосрался. Давай, кушай, быстрее бафайте, даю лапу. Даю хп. Стамин, крути с резистом. Стопав было бы тоже неплохо. Ну, я говорю, крути стамин.
Все, поел Дэнч. Идем. Блин, вот это я тупанул. У меня, оказывается, всего один камень от его стоит. Сильно. А тебе на что надо? На силу заклинаний дам давай. Да, не, око зулу мне надо. Потом куплю. Солнце мета? Светит, не, око зулу надо сделать. Ладно, пошла я дальше. Давайте, все готовы. Так, сейчас я быстренько все сделаю. Давайте, ДБМ даю вам. А тут по ДБМу за секунду надо пить. На слой атаку пуляешь, Денч. Вообще ЛПшка, блядь, пуляется. Не как ты. А ну, он скинет агро, когда это. Да, ну ладно. Да, Лидеру хорош. Команду. Как надо. Фин, бьем. Просто ДПСа будет больше, если у нас будет ЧПшка. Какую бьешь? Поставил, я ее сейчас застанет. Ходил далеко. Берегите. Кара, кара. Так, сейчас взорвется. Все, хорошо. Какую дальше бьешь? Поставь мне. Это бьешь, хорошо. Дал стан, блин, отошел. Дэнчик сейчас заберу у тебя. Сразу скиллов, блядь, забирай там. Потому что это пиздец, прохиливайте быстрее. Шамана, шамана прохилите. Милизон, Милизон. Пошел. Отставил, отставил, отставил. Понятно. Лок, отойди, под тобой взрывают. Взорвется. Вот это заводи. Вот эту последнюю закрывай. И вот эту последнюю сейчас разобьем и около нее встаем. Будем ждать. Кара, 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 лок. Забирай. А, не, подожди. Подожди, подожди. Так, забирай. Я первый залетаю. Залетаю. Заходите, все остальные. Сразу можно упасть. Уже минус 2 дд. Уже минус 2, да. Падаем. Че вы, блядь, сдохли? Че молодцы сдох? Ну, расставил кару, а молодцы сейчас глянем. Так, молодцы. Суровый молодец. Не зашел, понятно. Падайте быстрее. Берегитесь. И просто смотри хп его, да? Просто если бы они не упали, у него упал хп нету. Ну нормально же. Это не нормально, это овергир. Заебись же. Залупа это, блядь. Да нормально это. У нас по ДПСу, честно говоря, ну хуйня, ну ладно. Типа два человека дают. Ну так и должно быть. Нам просто фул состав надо выжить, и все будет заебись, типа. И убьем этого босса. Блинчик, как кто это, как выходят вот эти хуйни? Берешь лужу под хила, блядь, разливаешь, чтобы они не падали. Да, пиздец, они, блядь, в них плюют, это очень больно. Бля, может это Дестрика спекнусь, не? Спекайся. Ты же говоришь, что ты, блядь, в Африке больше, чем Дестрики даешь. Ну больше, да, но, блядь. Ну, блять, план на поху, короче. Продолжает. Забил. Че, Эйфорина справляется до сурового 4 лужи разбить? Да. Убись. А тебя там вообще, вообще, за 15 секунд до сурового следующие 4 появляются. И в идеале нужно еще сразу звезду зергануть. Ну, сразу, не сразу, я стопаю, типа, я 4 после портала начинаю разбивать. Потому что потом сложнее будет, сурово еще, когда прождешь, времени меньше, чтобы их убить. Ну, просто там хилы у нас слабенькие, они не успевают шибко захилить, поэтому ждешь временами. Ну, по идее, пачка хилов, хоршам, хпал нормальная, типа. Наоборот, чем быстрее звезда будет каждая умирать, тем больше времени у хилов будет.
здесь так работает. Давайте бафаемся, я дал вам лапку, стамина крути. Побежали. Давайте, вот сейчас все заебись, типа, оставил, смотришь под ноги, а малак ближе к последней хуйне стягивайся, и все. Типа, ближе вставай, типа, кары не будет. Так, купал, поел, там все есть у вас? Да, готово. Давайте, ДБМ, пул. А, не забывай шаман. А. Когда было? Да. У нас два шамана. Давай. Как убьешь? Давай, скандал есть. Шикар. Пошел. Что, скандал? Все, разбиваю. Но я ее не застопаю у них. Разбивает. Нажимать засло. Так, третий старт, блин. Чё, бля, молчишь? Забирай. Кара, осторожно. Заберите мобов стрелу. Так, третий сейчас взорву. Прохильте. Свою хилку отдал. Тогда вот стрела забрать надо. Так, а четвертый, отойдите, малак. Отойдите. Вот это вот около босса не разбиваем. Не закрываем. Да, прохильте, пожалуйста. Упадал. Готовимся, сейчас будем заходить. Забирай денчик. Так, я зашел. Мобов собрал. Заходите. Ну ёбаный рот нахуй отстал. Сокрудайте. Топап. А, уже не мусор. Все, легли, блядь. Да. Он не тыкается, ты просто в него должен зайти. Не надо тыкаться. Блядь, вот мне объяснили. Там вот этот кружок, да, черный, в нем портальчик маленький. Его тыкать не надо. Ты подходишь в центр и вправо-влево так персонажем шаги поделал вправо-влево и попал в тьму. И с того места, где он находился, этот портал, надо отойти обязательно. Потому что когда он портует свет обратно, если ты на том же месте стоишь, где портал стоит, тебя обратно портанет. Понял? С места надо уходить. Уже этих киллов на ютубе пиздец, когда хуяться с Сирусом, ну типа можно было бы посмотреть. Да не, пока сам, блядь, не сыграешь, хочу поймать, блядь. Ну это понятно, но спроси, типа. Видишь, он нюанс не знал. Ну, типа, зумер, дэнчик. Типа, чело, по факту нормально. Ну, типа, не убивали. Кроме вот паладина. Он не попадал на эту десятку у Алдалона. Паладина. Малак убивал. Не знаю, что он, блядь, дохнет. Хилы просто слабые, видишь? Типа, блядь, вот эти плевок и пизда там. Зумер, что там, сходили третий рейд они? Ну-ка, Денчик, давай, ебать. Сходили третий рейд? Да. Ну да, блин. И чё, как? Хуй знает. Да то же самое, ебать. Там не было. Ну очевидно, ты же во второй, блядь, ходишь. Я во всех был. Ну я Денчик, по-моему, во второй ходил. Ходишь. Давайте, бегите быстрее. Все, блядь, прощупали уже, но все должны, по идее, знать. Я постараюсь хила позабирать, типа. Когда выходят мобы, не знаю, нажмите, прохиливайте себя, там. Ставь рыбу, где будет. КБ поставь, цена. Ставил бы, да.
просто элементарную хуйню, типа, не может. Как, а как ты в первый раз зашел, типа? Ты же в первый раз... А, ты не заходил, он первый раз сдох. Че ты поставил мид? Вот, Арсайл, смотри, вот этот портал, ты такой хуяк, подходишь к нему, вот так вот подергался, он тебя закинул, и с этого места отходишь, типа. Вот так встаешь, типа, за 10 метров, и все. И потом появляешься просто рядом с лужей. Главное в этом месте не остаться, где лужа, потому что ты, когда портанешься, тебя обратно прям моментально закинет в тьму. А тогда, соответственно, не ДПСишь, ничего не делаешь. Я когда во тьму прыгаю, вы через... после меня прыгаете. Ходите, босс. Все заебись, просто домашний босс, и все будет заебись. Давайте ТБ даю. ТП вам крикнул. Всех должно быть. Кифарин, если видишь, что хуёво, типа рейду, просишь Эма у Арстайла. Типа, когда взрываешь сверки именно. Давай, какой бьешь? Это ближайший полетели. Бумагу. Пора нам не было. Пошел. Хил, прохил, прохил. Так, а ты отходить? Ходи, я аж этот малак хорош. Разбивает, нажимать заслон. Забирай. Забирай, забирай. Ах, я хорош. Так, я одну забрал на себя. Топнул. Еще одну забрал. Отойдите от звезды. Звезды, отойдите, кто там стоит? Повезло. Все чуть-чуть. Закрыли? Все хорошо. А, нет, не все. Все закрыли, да? Все, заебись. Вот это вот последнее, к ней все тянемся. Взрывается. Так. Кара, 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 прохилить меня. Сейчас будет... подошли все. Сейчас будет каст сурово. Так, сурово есть. Забирай босс. Я захожу. Вы за мной. Все, все выжили. Первый раз. Кара в миле. Бля, забери босса. Я промахнулся. Какую бьешь? Вон рядом с боссом подходит, осторожно. Блять, на мне. Мили-мили уйдите. Арстайл, сейчас улетишь. Взрывается. Следующий. Сейчас закрою. Ну, блядь, закройся ты. Так, созвездие. Кара. На хапале было. Сывы, блядь, не жадничайте, просите. Какую бьешь? Дальнюю закрываю. Катан, забирай босса, готовься. Забрал, забрал, там, забрал. Там меньше хп есть, другую бей, нету, не бей. Там есть очень мало хп, дайте сокро. Хапал сокро нажми. Жить, 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 жить. Сейчас вот это не закрывай рядом с... Блядь, разбиваюсь, да? Закрой эти, на мне мобы. Блядь. Отойдите, РДДшники, от звезды, кто там стоит? Жал ШВ. Жал ШВ. Сейчас будет каст. Дэнчик. Сзади босса заходите. Забирай. Вот вставал, это около трусов. Около трусов надо будет. Около трусов я ее не закрываю. Заходим. Я не успел. Уебать, урод. Ну пиздец. Темп потеряли. Надо, ну, вот я говорю, за 15 секунд до сурового появляется 4. Ты уже поставь метку или до пол хп хотя бы доведи. Вообще в идеале ее нюкнуть надо. Потому что когда выходишь, у тебя уже до следующих звезд меньше времени. То есть их не должно 5-6 быть. Ну, а шаман я подливал, шаман, как бы. Шаман что, хил? Шаман хил. Ну, вот отвалился, умер. Ну все, вставалки нету теперь. Да он просто этот, ну, после портала стоял, когда он взрывался. Или чё? Да, скил, а портал залетел, там,
Там хил стоял, под ним разлилась лужа, короче, и все. Чтобы не разливалась лужа, открываешь интерфейс. Открываешь интерфейс. Да, я знаю. Номера, индикаторы противников, и смотришь, типа. Ну. И смотришь индикаторы, отходишь от зоны. Умираем просто так, парни. Вот, а че сейчас очень много сдохло? Типа, они забежали? Да, хуй забили просто. Я говорил, около трусов забегать будем. А подобие нет. Мы вышли. Ну-ка, линкомите смерть, ну-ка. Да суровый, блядь. Я от сурового умер. Смерть. Три от сурового, а потом это вышли, то ли звезда убила, то ли что. Ну, взрыв черной дыры. Ну, три-то сразу сдохли. Типа, не забывайте, на суровый надо заходить в дыру, блядь, прятаться. Ну, вот, взрыв черной дыры, черная дыра, кара небесная. Так, Войт умер фазовую, нет, он мили атаки сдох, окей, ладно. Да я-то сурово переживаю в тучке, блядь. Ну это да. Ладно, кушайте рыбу. Короче, когда остается у босса 30%, этот. И видишь, что сверху все фуловые, типа добиваешь последний лоу хпшный, и бьешь босса, типа переводим, на 20% они исчезают, эти все звезды и созвездия, все исчезают нахуй. Да. Появляется только 4 дыры, из них выходят мобы, которые нас ждут в другом, ну, в другом измерении. Типа, мы их ловим с танком, все такое. И просто отбиваем этот манекен 20%. Типа, как я делаю на локе, типа, я добиваю все последние лохпшные звезды, прошу там сейвы последние. И просто в босса ебашу. А расставил там, смотри, флешкой подхиливай хилов. Потому что хилы там... Опой, все подряд, блядь, делай. Созвездия выходят первые. Можете отдать, допустим, паладин может 50 на 50 отдать смело и хилить. Его не шотки. Ну, шамана как-то подсейвить надо. Или каплю на него в ретрик пускай даст. Сверду, да, я не знаю, надо сокру просить. Я щитки тоже даю по ним, блядь. Ну, ты их ебёт нормально. Так, что, все здесь? Малак здесь. Хэпал, где хэпал? Хэпал, все, давай. Да, блин, просто далеко мне бадон показывал. Светил тебя. Шам даже Геру, когда босс запустится. Тебя же когда прошло, нет? Даже для величайших... Гера есть. Вот ты выпили. Давайте убьем эту хуйню. Просто 30%, если бы просто перевели, мы убили бы эту хуйню. Суета произошла какая-то, все, блядь, растерялись. Скандал или что-то? Кара на танке, на танке. В миле зоне. Хиливать. Хорошо, аккуратно отойди. Подхожу. Покинь. Так, сейчас Денчик третий будет на тебе, я заберу. Луна, отойди, звезда рядом. Забирай. Звезда, а подожди. А, ебать. Хулипалбеги, хулипалбеги. На кольцо не одета, я думал, что меня шибет так нахуй. Прохил, прохил. Так, мили-зона, аккуратно. У вас сейчас взорвется мили-зона, мили-зона. Поставил полетел. А, не полетел, ебать. Сразу появится одну зерганем. Одну ставь мне. Вот этого около трусов мы будем в нее заходить сейчас. Готовьте, к трусам все бегите уже. Так, зашли. Берегитесь. Кара, сокрой. Бабл, иди. Бабл, луна. Бабл, понятно, валь. Давайте дальше. Два хила просто. Че, лоба там сдох? А я видел, что на ней стою. Мне нужно было и рейд поднять, и сакру, и бабл, и бабл, я не успел это все сделать.
бабл надо будет, просто бабл сакрой пытаться профилить. Короче, Денчик, я нашел проблему, что меня так щебет. Но, блядь, не так защиты, короче. Ну, типа, я к тому, что вот, ну, чтобы понимание было, если, допустим, мне сейчас вообще не помогать звезды бить, то будет, ну, хуже ситуация, просто они будут копиться. И потом... Ну, свичься, просто так долго. Свичься, и помогать надо при том всем, как бы, ну, по возможности. Тычку кинул, да, и дальше бьешь босса. То есть я так и делаю, там, кинул это, палец, нахуй, и дальше бью. Если я вижу, что надо быстро убить, ну, потому что я знаю, что скоро суровый, допустим, скоро там еще звезды 4 появятся. Когда их надо быстро бить, чем быстрее убил, тем больше времени хилам поднять рейд. Вот сейчас перед суровым... Портал, короче, смотри, после сурового, как мы выходим из портала, даешь просто сакру на похуях. Массовую, которая. Потому что ДПСов босса дохуища. Просто вот этот темп поддержать, второй суровый зайти, выйти и все, и он переведет. Ну у вас должен вот этот чудо-творожок, ебать. А, он в этого спекнул. Но он тоже жертвенный может тот же кинуть нахуй раз. Да, он может. Все может. Я могу обдутать его вообще похуй. Типа. Обдутывать не обязательно, кучу ГКД не надо терять. То есть. Вы можете лапку кинуть в этого моба помочь, типа 13% дэмэджа. Ну, лапка тоже залупа. Чисто жертвенный кинул, он, ну, хорошая помощь будет. По тем меткам, которые Фарина бьет. И потом, ну, следующие 4 появляются, 15 секунд до сурового, одну зергануть, просто всем пару тычек дать, все, рейд отхилится, и уже вы выйдете из дырки, уже фуловый будете. Сейчас, по идее, меня не так должен босс шибить, ебать, и нормально, прохилите меня, а то меня ебать щебет, нахуй. Все, так, лапку даю, бежал босса сам. Просто, а чего тут вздыхают? Суровый, Кара и этот, кто он, созвездие хилов убивает. Хилов просто щитовать, созвездие таунтить, заводить, и все, и от остальной хуйни отбегать. Три хуйни, которые шотуют, и все, пиздец. Давай, Денчик, не расстраивайся, сейчас убьем. Прожимай. Геро. Ну, нажми Фарин уже. Где нажали? Ты меня просто раскастовки эти бы убил. Какую бежь? Какую бежь? Нет. Сандал бежь. Ты Вейкаурус поставил, Антон? А? Вейкаурус поставил? Не, я ВАшку не ставил. Это что такое? Ничего. Блядь, у меня танк пропал с бота. Ну, повезло, значит. Зачем мне ВАшка? Врач. Берегитесь. Так, у тебя третий старт, давай. Блядь, я вот сейчас вот эти созвездия... Да что это сейчас было? В Мелизоне сейчас стоит. Ложись. Майп. Чародейский обстрел. Ну, просто, тай смерть. Смотрите. Объятия, божественная буря. Ну, типа. Взрыв и сразу меня расстреляют. Ну да, я тебя расстреляю, тебе фильм. Пиздец какой-то, нахуй. Чего здесь? Да вообще какой взгляд происходит, нахуй. На Лугулоне, ну у нас хилы, блядь, слабенькие, их шибут просто пиздец. Я выходит, что я обстреливаю. Маша Шам попробует Велим, а я в хилов. А у него есть Велим? Старайтесь. Ну у него вообще, кстати, косарь ХПС, а вообще залупа, а не ХПС. Ну я не знаю. Как он там... Нет, это сейчас. Так-то у меня 3 косаря.
Ну-ка, дайте, ну-ка, Алгалон. Алгалон 2 минуты ХПС. Ну-ка. Какое там исцеление, да, ну 3 было на прошлом. Две, ну, тройка. Просто, ну, еще хуже две. Будет, как бы, если Эйфорина не будет бить, а будет бить тотелем, он и слабее бить будет, потому что у него хилошмот. Ну, я не знаю, залупа, мне кажется, будет полная. Да, надеемся, что, блядь, силы выживут. Ну, надо просто, да, в этот момент, вот когда созвездия появляются, они еще вверху, они сверху не могут стрельнуть. Они на определенный рейндж подходят, метров 30, 20, там, 25. Да, да, да. Их нужно в этот момент стаунтить или что-то кинуть на них. Тот же ДКшник может ЛПшку дать. Я пытаюсь стаунчить, я пытаюсь топать рядом, если они... Дилку на ДКшника, у тебя таунт от КДшивается, от атак по ДКшнику. Да, это я знаю, что, блядь, удивительно для меня. И от Арстайла попросить на первую хотя бы, на первую, как он называется, блядь... На первое получается. На первое созвездие надо именно на созвездие, потому что они шотают его. Чтобы он дал на него каплю. И Арстайл, если, допустим, будет держать на нем щиток свой паладиновский на паладине. Ой, блядь, на шамане. А у паладина свой деф есть 50 на 50. Ну, вот. Кстати, чем мы топим? А Квазер, у тебя тебе не жалко КД поймать? Да, походу вообще. Включи стрим. Может, тогда перепрыгнешь на Лока, здесь похилю, и как бы у тебя ДПС хороший тоже. Ну давай, а потом это, на остальных боссов я на шаму обратно. У вас есть ДПС хороший? А что у него, хуевый ДПС? Нормальный там ДПС, он сейчас демоне даст бафом. Это, крита не будет. Блядь, тебя стрим включить, у меня немного лагать будет. А кому? Вой, включи стрим, ты же, я знаю, ты умеешь это делать. Стример, пойдем. Давайте, болею за вас. Так что, кто звезды тогда бить будет из локов? Может, туда я Хантом зайду, помогу вам? Ну, можно и Хантом, типа, ну, вообще без разницы, типа, кто как хочет. Типа вы сами договоритесь, либо Квазимер, либо Хао, типа, кто хочет на конце зайти там, кто хочет на луки. Не мог хоть повесить, когда меня слушают. Вы сами соглашаете. Ну, если Квазимер уступит, то, в принципе, Хант... А, ну, пусть зайдет. Давай, пишите. А тебе не надо что-то туда спарить? Ну, с Агалоном на этого, на Шама нужно. Ну, Шама не везет еще, блядь. Там 14 пока что. Как бы можно было дальше тратить, ну только надо четко сыграть, я говорю же, блядь. Ретрик, чтоб сейвил шамана. Надо просто сейвить, блядь. Потому что именно этот момент. Да не, сломайте Агалона, дальше я уже похил. Дальше мы. Я чую, что не тяну. У тебя пожарный нужен. Вы еще не убили Мирона? Не-не-не, мы пожарного должны. И нет, не нужен. Попросил куда-нибудь. Ну, когда убьем со смекалкой, да, эти шкаф ставьте быстрее. Со смекалкой быстро убьем. Не знаю, ну ладно, я бы не брал бы уже. Ну, можно и взять, можно и не брать. Поставьте шкаф быстрее, малак. Или творожок. Шкаф тыкнет. Хорошо. Смекалка сломана. Так, ну чё ты, смекалка, будешь сам бить? Метки не будешь ставить на звёзды? На сдох вообще, по-моему, хуярит всё, что движется, даже, блядь, не стопает ничего. Ну да. Вообще похуй, блядь. Фулл рейд, там не фулл, ебать, взрываю, блядь, поехали, нахуй. Ебать, вы охули мне, блядь, а вы, блядь, хилите, как хотите, нахуй. Моя задача взорвать. Больше ничего. Первый рейд какой-то там потел, типа, стопал. Сейчас нахуй надо, ебать, всё, там 230-е хилы. А, ну короче, по ДПС у босса тогда. Давайте, лапу я вам бафую, стамину крути. А, второй паладин поставь... А, нет. Нет, да. Второй паладин ставь тотем... Ой, не тотем, а этот. Хэпал, поставь ауру от огня. Вот так вот. От огня. Есть от огня. Да, есть. Заебись.
Так, каски, кулаки есть? Все готовы? Все готовы. Давайте крик обновил вам. Блять. Где этот?